Амир, давай вот, до них вот так дойдем, смотри, уже двойной этот дуплет. Смотри, Вагабов против Пономарева. Минувшей ночью закончился очередной турнир AMC Fight Nights, проходивший в Минске. Григорий Пономарев, которого уже прозвали гигантом из зала Федора, одержал уверенную победу в первом раунде. Ему противостоял иранский тяжеловес Алирез Сафар. В интервью после боя произошел интересный разговор, в ходе которого журналисты примерили на себя роль матчмейкеров. В частности, Пономарев заявил, что не против провести бой против обладателя пояса полутяжелого дивизиона Вагаба Вагабова. Вагаб хочет претендовать на все. Не в обиду ему будет сказано, но он падки на все, что шевелится. Есть такой типаж бойцов. Это так называемый стиль Конора. Но к нам в тяжелый вес лезть не надо. Подраться с Вагабовым? Я за. Только у меня есть одно незаконченное дело, сказал Пономарев. Идея провести бой Вагабова с Пономаревым понравилась Камилу Гаджиеву. То есть Вагабов готов за пояс тяжах подраться с Пономаревым вперед? Хороший бой. Я готов это сделать. А владелец лиги Амир Мурадов, несмотря на поздний час, решил даже позвонить чемпиону. Тут Ярик такую тему толкнул. Ну как бы там долго беседовали. Вывод знаешь какой? Вагабов против Пономарева. Я говорю, разница в весе большая. Ярик считает, что Вагаба это не остановит. Это же может быть бой за титул в тяжелом весе. Да. Тогда Пономарев, если выиграет, становится чемпионом в тяжелом весе, а Вагаб, если выиграет, становится чемпионом в двух весовых фигурах. Да. Давайте прямо сейчас позвоним Вагабу. Сейчас ночью. Камил, дай сейчас скажу, Камил, в ринге, в клетке, как и весовая категория, размеры там, они для меня вычисляются не весом, там, не ростом, а мощностью кулаков, да? Поэтому мои кулаки по-любому мощнее, да, чтобы все понимали. Полный вперед, мне это будет интересно. Да. Но в течение трех дней мы подумаем. Мы все вместе вернемся. Мы все вместе вернемся с новостями. Как вам такое противостояние? Думаю, для Вагаба это будет неплохим испытанием. Пишите в комментариях ваше мнение, влепите лайк, если видео вам понравилось.